Тем временем стало известно, что еще и Киев с января ведет экономические санкции против России. Об этом сегодня объявил премьер Яценюк. Разрешение Кабмина уже предоставила Верховная Рада. Это сделали в ответ на меры, которые Россия приняла для защиты своего рынка. С нового года вступает в силу соглашение об ассоциации Украины с ЕС, и наша страна была вынуждена отменить режим зоны свободной торговли.